когда Иван Бабик, Антон Бабик побежал свои штрафные круги, как диктор по стадиону говорил, что вот у Алексея Волкова появляется шанс, что вот удастся ли. Вообще обращал ли внимание, и вот, такой ответственный момент. Насколько он обращает внимание на то, что говорит диктор, ну и, соответственно, как реагирует трибуна? Ну, я, конечно, все слышал, что говорит диктор, там вдруг будет полезная какая-то информация. У кого-то еще круги. Но эта информация не уводила из равновесия? Нет, в принципе, информация никогда не должна выводить из равновесия. Если она правильная, то она, наоборот, должна играть на пользу. Кто владеет информацией, тот, грубо говоря, тот король. Вот оно, настоящее профессиональное отношение к делу. Вопрос Антону Бабику.